Здравствуйте, дорогие друзья! Мне Бог открыл такой принцип о жажде по пробуждению, жажде по питанию, пробуждению, что нужно жаждать жажды, то есть жаждать того, чтобы пришла жажда. Вот, она жажда приходит, когда мы питаемся пробуждением, приходит жажда по пробуждению, и когда мы молимся за эту жажду, вот это вместе делаем. И потом, через несколько дней, я посмотрел, был на эфире служение движения армии пробуждения, и там Мария Приходько тоже об этом рассказывала. И вот такое подтверждение, да, что это от Бога. А, знаете, раньше я, когда питался пробуждением, я этого не осознавал. И, например, просто, ну, например, в день уделял часа до двух питанию пробуждения. И, ну, как, когда уже вниз иногда скатывался, ну, уже по жажде, то есть я не осознавая, как бы, ну, вот галочку поставил, вот, прослушал там проповедь, да, какую-то важную галочку поставил, и все, да, то есть, а вот за этот час можно загореться, а можно и не загореться, да. И вот я уловил, что нужно питаться пробуждением в день так, чтобы этот огонь разгорался. То есть, ну, скапливать какие-то материалы, уже знать, что смотреть, и где действительно мы загоримся. Вот именно жаждать того, чтобы жажда пришла. И вот она, жажда приходит, огонь приходит, и уже становится понятно, что не тщетно время проходит, да? Также приходит жажда по ведению, чтобы исполнить это ведение, да? Все принципы исполнять, пересматривать какие-то старые ролики, которые от Бога даны, и они актуальны сейчас. Но самое важное — это свежие материалы о пробуждении, через которые Господь что-то передает нам. До новых встреч!